Всем привет, продолжаем играть в Mount & Blade TLD. По заданиям у нас пусто, по ощущениям у нас тоже что-то не очень все. Но основная, конечно, у нас проблема это то, что... Сейчас, минуту. Основная проблема это то, что у нас очень сильно все проседают по силе. То есть те же Гондор, тот же Рохан постоянно проседают. Из-за этого вот такая вот фигня. То есть мы не можем осадить, допустим, тот же Изенгард, потому что Рохан у нас слабее. Вон, держава рун стала сильной. С какого перепугу? Называется, но она стала сильной. Хорошо. Так, увеличим кое-кого. Усилим. На еще минуту. Забыл кое-что сделать. Да. Так, продолжаем. Извините, отвлекся. Куда мы с вами отправимся? Давайте им поможем. Что я могу сказать? В основном у нас проблема в том, что ребятки, противники, либо слишком большие отряды уже бегают, там по 4, по 5 сотен, извините меня, это уже перебор. 3,5 это уже перебор. 2,5 еще как-то мы можем утихомирить, но все остальные, они очень сильно бьют по возможностям. Так, у нас заканчивается еда, требуется прикупить. Давайте отправимся в Эдор, раз там возьмем еды и сдадим пленных. Надо что-то с этим делать, потому что у нас очень плохо в плане того, что ребята не хотят нормально сражаться. Но под ребятами я имею в виду наших союзников. Короля и всех остальных. Ну, тут ничего интересного такого нет. Все как обычно. Уже бегают воеводы по 120 воинов. 140, у меня 97, это практически, блин, больше их половины. Почему практически? Это больше их половины. Я не знаю, кто там сражается, но... А, это Эомер. Ну, я потерял одного. А, нет, я никого не потерял, странно. Показалось, что ли? Нам в любом случае нужно прокачивать наш отряд. Он у нас сейчас не самый сильный. И при этом мы, наверное, будем смещаться в сторону... Рунийцев. Я даже не знаю просто, куда идти. Тут везде все плохо. Куда ни кинься. Просто плохо, прям ужасно все. Так, я, короче, буду бегать за ним слишком долго, поэтому... Давайте отправляться в сторону Рунийцев или Гундабада, возможно, Морию.
Ну, в любом случае, нам нужно как-то осадить хоть кого-нибудь немножко, чтобы остальные смогли подняться. Вон, гудабадские налетчики. Там даже тролль есть один. Сколько у них? 4,9, у меня 5,7, догоню. Так, почти догнал. И все. В атаку. О, среди них все есть. Весь набор, так сказать. И руницы, и не руницы. Как бы это ни звучало. Так, одного я смог убить. Вот и тролль. Тролли послабее лакаю будут. Это меня радует, конечно. Не успел. Хотел его красиво ударить топором, но не получилось. Ну да ладно. Ну что, они добили его или нет? Как обычно, один варх остался, его все и толпой гоняют и не могут убить. Все. Так, посмотрим. В основном гномы. Но нам они не нужны. Давайте-ка сохранимся. И 3, я их не догоню, к сожалению. Ну, этих 3,6, мне 3,5 тоже опять же не догоню. Было бы на самом деле неплохо хоть кого-то развалить, тот же Гундабад, например. Но основная проблема в том, что тот же Гундабад практически не вылазят сейчас. Вообще трудно, если они вылазят, они вылазят все вместе, то есть целая куча. Там до 4, до 5 сотен врагов. Я в одиночку их разбить не могу, а мои союзники как-то не очень помогают с этим. Поэтому получается так, что я убиваю, ну, сотни две, могу убить спокойно, в принципе, без больших потерь. Если больше 2 сотен, то это уже идут потери, причем чаще всего уже значительные потери. Вот как в прошлый раз было, что мне пришлось вот опять перелопачивать всю армию, чтобы снова найти нормальных воинов, чтобы снова можно было сражаться. Так, что у нас тут? Под осадой. Кто его осаждает? Вот меня интересует, можно ли на них напасть. Видите, все остальные вписываются, так сказать.
Надо либо подождать темноты, что мы с вами и сделаем, наверное. Вот почему к нему не полезли еще те 200? Класс, одни лучники, блин. Шикарно просто. Давайте вперед, чего стали? Класс, моих сейчас перебьют, потому что этот дебил встал со своими пехотинцами и не сдвинулся ни на дюйм. Дюйм звучит эпично. Дурацкой варги. Больше всего их ненавижу. Из-за этой вот фигни, когда они берут и подбегают к тебе. Да уйдите вы нафиг. Мешаете. Так, кто еще? Хорошо. Твою мать, уйди. Что-то мои не самые умные ребята. Так, где еще? А, вот вижу. Давайте. Все, с этим тоже вроде как закончили. Ну, этих девятерых я не знаю, можно было просто проклацать, но как-то не хочется. Сейчас еще потеряю кого-то на ровном месте, знаете, как это бывает. Проклацать решил, и в последний момент ты проклацываешь, и он такой бах, и минус один, а то и два. Да твою мать, что я не могу попасть по ним. Ладно, неважно. Сбежал. Ну, неудивительно. Забираем. Так. Сохраняемся. Вообще-то можно и на этого напасть. У него... А, у него 3 локхая. Ничего себе.
Серьезно, этот бегает за этим? Ладно, давайте попробуем. Поддержим, ребят. У нас есть эльфы, я подумал, почему бы не дать им пострелять. Так, ладно, давайте в атаку. То что-то эти эльфы бесполезные немножко. Никого так и не убили. Тут один с толпой сражается. Это плохо. Надо ему попытаться помочь. Хорошо. Хорошо. И остался варк. Как обычно. Но он сбежал. Хорошо. Тебе и Галанто, блин. Но тут будут еще и три Олакхая, поэтому все будет очень плохо на самом деле, ребят. Мы потеряем тут достаточно большое количество народу, скорее всего. Но если нам не повезет. Если повезет, то мы потеряем не так много, как могли. Хорошо. А вот и лакхаи пришли. Два, блин. Еще гребаных два лакхая. Повезло, убили не так много, как могли. Могли убить намного больше, да. У меня один убит, трое раненых.
Будет еще один Алакхай, потому что было только два, их было три в этом. Вон и он. Слазим. Берем сразу топор. Идем, пытаемся что-то сделать. Уйди ж ты нафиг, свой же и мешает. Свой больше всех мешает, чем... Ну, Алакая они убили. Но я потерял еще одного. Постоянно свои под удары лезут и не дают биться. Просто становится под удар, и ты ударяешься не об противника, а об своего же. Так, тут закончили вроде как. Но еще варк остался, которого надо убить, и все будет нормально. Ну, добейте вы его, ну что такое? Толпа народу не может убить одного варга, ну кошмар какой-то. Наконец-то он сбежал в ужасе. Хорошо. Еще 17. Давайте в атаку. Остались одни варги, которых теперь надо просто либо изгнать, либо добить. Но, наверное, он все-таки сбежит. Чего вы не сбегаете? Ну, ребята, ну давайте, быстрее будет. Либо умрите уже. Наконец-то. Вроде все. Да, все. Так, забираем вот это. Мы сейчас его сдадим эльфам. Забираем, сколько влазит. В любом случае, сдадим все эльфам, все, больше не лазит. Прекрасно, потеряли только троих, к сожалению, это достаточно много все равно, с учетом того, что нам помогал наш союзник. В любом случае, всем спасибо за просмотр, продолжим уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть, всем пока.